Он думает, короче, что сейчас разведет лоха. Просто разведет лоха, а разведу его я. Итак, чувак, либо мы сейчас идем в скайп, либо я тебе бани за нон-РП развод, выбирай, офнишься, бан. Айо, братишки, на связи я Тургенекс, и сегодня у меня охрененные новости для вас. Старички моего канала помнят, что когда-то у меня было такое шоу на ютубе, как «Школа разводила», где мы в сампе искали чуваков, которые разводят на дома, на донат, на всякие штуки, и после чего кидают безобидных игроков, но мы их звали в скайп и наказывали. Вот оно, возвращение, я уже нашел чувака. Если мы его ломаем в скайп, это будет прям охрененно. Но после того, как он поймет после развода, что ему грозит опасность, он 100 пудов пойдет в скайп. У него не будет выбора. Из этого мы сделаем крутое шоу. Пишите свои задания для наказания этих чуваков. Я буду очень рад с вами почитать. И надеюсь, вы оцените лайком возвращение такого крутого шоу. Я выбрал сервер Absolute RP, потому что здесь дохренища неадекватов, которые очень любят разводить игроков. Вот честно, я на Advance пытался возродить это, но никак вообще не получалось. Сейчас же я нашел чувака. Вот этот чувак, Алекс Блар. Он сказал, что он может мне продать дом за 80к, если я ему передам эти деньги. И он, готов отдать мне дом, если я передам ему эти 80к. У меня на самом деле первый уровень, 0 опыта. Я тупо зашел, у меня ник Сережа крутой, специально байтим чуваков, и веду себя как дурак. Донатил 40 рублей, работал на шахте, он, короче, спросил, откуда у меня деньги. Мощно. Сейчас, короче, будет шоу, блин, я так рад, что я нашел кого-то, потому что я много раз пытался возродить, я тупо целый день сидел и никого не мог найти. А сейчас же он прям со мной. Блин, возникли проблемы, что я ему деньги передать не могу, он сейчас может понять, что у меня... маленький уровень. B541. Дать денег. Смотрите, хотел выманить, походу, с меня бабки. Да, он хотел выманить с меня бабки, у него были на аренду. Он уже разводит. Блин, я ору. Он хотел, взять с меня бабки за аренду. Через 8 минут будет payday, и я, получу уровень, и он скажет какую-то там команду. Ну, в общем, вы поняли, да? Блин, это охрененно. Все, мы, короче, едем к Ивановому дому. Блин, погодка такая себе. У меня еще античит даже не работает, потому что я тут с модами играю вообще пофигу. Смотри, как мы делаем. Окей, как? Я не могу поставить цену ниже 200к. Но я могу подарить дом. Окей. Отдашь? Притворяешь, что... не понял. Ты мне передаешь 80к, а я тебе дарю дом. Хорошо, может мне твой скайп записать, когда заработаю? Позвони на его скайп выпросить, чтобы дозвониться до него в любом случае. Иначе он может просто ливнуть. Едь прямо. Сейчас будем как... Он будет моим навигатором, Блин, охренеть, дом, классный, сейчас притворюсь. Чё мне делать, чтобы купить? Вот, ему срочно деньги нужны, он так дешево отдает. Он думает, что сейчас разведет лоха. Просто разведет лоха, а разведу его я. Все, чуваки, момент истины. Итак, чувак, либо мы сейчас идем в скайп, либо я тебе бани за нон-РП развод, выбирай, офнишься, бан. Охренеть. Либо скайп, либо бан, выбирай. У меня микро нет. Он говорит, у него микрофона нет. Ага, у меня древний ком. Думай сам, как доказывать. Я тебе дом сейчас подарю, смотри. Блин, он неужели реально? Он бесплатно дом отдаст сейчас? Не, ну вот за это я его прощу реально. Если он сейчас просто отдаст дом и сольет его в ГОСТ. В ГОСТ тупо, если его продаст, то пускай обратно покупают. Я не буду его банить. Блин, вот у чувака, я представляю, какие сейчас эмоции. У него просто сердце колотится, он понимает, что он попал в такую жопу. Жалко, конечно, что не получится с ним в скайп, походу. Но поговорим хотя бы так. Он такой, в школе встретимся, ему пизды дам. Я ему такой, вины его нету, ты пытался меня развести. Он мне сказал. А, он пытается отмазаться. Я ему, либо продаешь дом в ГОСТ, либо я тебя баню. Я просто хотел помочь. Да, конечно, я так и понимаю. Все-таки мы должны его наказать, да. Он пытается меня даже дальше разводить. Нет, он будет наказан. 100 пудов будет наказан. Если я увижу спустя время, что он, купил этот дом, но я ему сейчас это скажу, что я зайду спустя время и скажу, увижу, что тут дом. Ты что, админ? Пофиг, скажу, что да. Пускай верит. Я правда не знал. Незнание
не освобождает от ответственности. Дом продавай, потом расскажешь. Он не хочет сейчас историю рассказать. Я хотел забросить сам. Грустная история от чувака. Дом никто не брал. Мне друг сказал, что можно продать дешево. Я хотел продать дешево. Блин, дешево вроде не так пишет. И тут ты мне пишешь, что ты хочешь взять за 80к. Но я хотел сначала за 90к, конечно, взять. Но он мне такой, давай типа за 80 даже потом. Я такой, все, конечно, давай, без проблем, чувак. Я подумал, может тебе его отдать, все равно мне деньги не нужны. Мне друг сказал, что можно передать дом, и я согласился. Я ему говорю, продавай в гос, и получится, что ты не врешь. Ну, то бишь, он мне еще чуть дороже даже продаст, еще и в плюсе станет. Я же сначала говорил нет. Да-да-да, потому что он сначала думал, что я не лох какой-то, а потом я... А мне друг сказал, что можно. Я ему говорю, в госстоимость продай дом, и я тебя отпускаю, только потому что тебя друг разведовил, а не ты. Ты мне можешь доказать, позже, что ты админ? Я ему сказал, что вот мой канал, и что, если что, он потом найдет меня даже, и себя в ролике найдет. Даю ровно 5 минут. Время истекает. Баню. Я устал ждать. И, короче, вот если 35 минут наступает, я просто ухожу и оставляю эту запись как доказательство этого. Типа, тайм на сервере, вот, время, короче. Все, ровно 35 минут будет, я от него ухожу и оставляю жалобу на форуме. И человек будет наказан. Будет забанен на... Сколько там, 5 дней банят КПЗ? Он такой просит доказать, что я админ, он думает, если я обычный игрок, то можно меня развести. Я ему сказал, время кончится, докажу. Он такой, все, стой. Вот, я ему говорю, на самом деле у меня даже денег ноль, оставим этот дом тем, которым он нужен. Выдача, сейчас администратор, ору просто. Админы топовые на этом сервере, реально. Я просто охренею. Нашел, разводил, решил его наказать. А тебя садят за выдачу за администратора. Вот так вот, чуваки. Такой вот грустный конец. Не удалось чувака наказать, но жалоба на форум на него 100% пойдет. Этот аккаунт разблокирует, и я дальше продолжу искать этих поганых разводил. Если вам понравилась серия, вы хотите продолжения столь грандиозного возвращения самого Туркина X на сервер Absolute Roleplay, пожалуйста, оцените этот видос лайком и комментарием, и придумайте задание для будущих наказаний. На связи был я, Туркин X. Всем удачи и пока.